И с большим прискорбием Минздрав вынужден информировать вас о том, что за прошедшие сутки зарегистрирован еще один случай смерти от коронавирусной инфекции. Мужчина 1947 года рождения поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью, был взят на лечение. Но несмотря на наши лечебные и реанимационные мероприятия, данный больной умер от острой дыхательной недостаточности. У него была установлена двухсторонняя пневмония. Больной поступил поздно, в очень таком тяжелом состоянии. И вот такой вот результат получился. Министерство здравоохранения с глубоким прискорбием выражает соболезнования родным и близким этого пациента, умершего.